Под генконсульством России одесситы провели пикет в поддержку украинского Крыма. Именно 16 марта, три года назад, на полуострове провели так называемый референдум о присоединении к Российской Федерации. По словам участников акции, крымчане должны чувствовать поддержку с территории материковой Украины. Сакральная цифра, у меня на карточке цифра 10, это количество политических осужденных в Крыму за те три года российской агрессии на территории полуострова. После псевдореферендума уже прошло на сегодняшний момент три года. За эти три года было 10 человек осуждено, более 30 человек, 39 человек, у нас сейчас есть разные карточки, было пропавшими, 12 убитых. Также мы хотим напомнить мировой общественности, что Крым – это территория Украины, что они проводят не только расовый геноцид, а и информационный геноцид на оккупированных территориях Украины.